Но здесь спрашивают, что весеннее учение натовских войск в Южной и Восточной Европе, что вполне возможно готовиться к войне, готовились вот к майским событиям, когда должно быть и в Америке, и здесь действительно планировался захват. Ну, видите, захватили Россию. Вот, думаю, что хотеть не вредно. Знаете такую поговорку? Надеюсь, в дальнейшем такое же будет состояние. Кто-нибудь хотеть? Ну...